Хорошо. Поезжайте в Себеж. И все. Поезжайте в Себеж. Поезжайте и спросите, что делал Панюковский до революции. Поезжайте и спросите, и все. В Себеж. Поехали. Себеж – это действительно жемчужина псковской земли. Во-первых, удивительное географическое положение. Город расположен между двух озер. Очень живописно. Во-вторых, огромное количество дореволюционных зданий, составляющих вот такой исторический центр города. И, наконец, в-третьих, видны действительно какие-то попытки местной администрации как-то облагородить город. В Себеже родился известный артист и талантливый человек Зиновий Герд. Себежане чтят память великого артиста.